Новое здание хлебозавода «Вектор» было открыто в апреле 2005 года. В этом году нам исполняется 17 лет. Но фактически история хлебозавода начинается с 1996 года. 2 апреля 2005 года состоялось торжественное открытие нового хлебозавода. Всем коллективам предприятие перешло со старой пекарни, которая находилась по 1 мая. На сегодняшний день это одно из самых современных и оснащенных предприятий на территории города Буя. Поэтому сейчас наше оборудование одно из самых актуальных. В 2021 году произошла модернизация производства. Были закуплены два тестомеса Sigma производства Италия. Это двухскоростные тестомесы, которые производят более бережное взвешивание теста. И были закуплены две шведские печи Sweba Dahlen Rus. На сегодняшний день хлебозавод – это кондитерский, хлебопекарный цех, цех мелкоштучной продукции. Пирожки, слойка, различные выпечки. В сутки хлебозавод выпекает от 4 тонн продукции. Продукцию хлебозавода «Вектор» можно увидеть не только на прилавках города Буя, но и Буйского района, Сусанинского района, поселка Сусанина, Костромского района, Костромы, Ярославской области и города Любим. На предприятии сегодня выпускают не только несколько видов хлеба и хлебобулочных изделий, но и богатый ассортимент кондитерских изделий, пирожные, торты, рулеты. Есть у завода и собственные разработки, как хлеб-ратник, хлеб-английский завтрак, хлеб-ароматный, хлеб-буйский. При хлебозаводе работает магазин «Горячий хлеб», где можно заказать торты и пирожные на праздничное торжество или мероприятие, а также приобрести хлебобулочные изделия, как говорится, только из печи. Хочется отметить производственный коллектив, так как люди – это главная гордость «Вектора». Дружный коллектив завода составляет 80 человек. Это команда опытных и молодых специалистов. Многие из работников награждены грамотами и благодарственными письмами самого разного уровня, начиная от предприятия и заканчивая федеральными. Говоря о качестве продукции, на 100% уверен, что качество продукции зависит от качественного сырья, муки. И не секрет, что качество сырья у поставщиков разное. И тут нужен полный контроль. Мы закупаем для своей продукции только проверенное сырье, соответствующее ГОСТу, у проверенных производителей. А вот ассортимент напрямую зависит от предприятия. Сегодня «Вектор» производит более 70 изделий хлебобулочных изделий и около 80 кондитерских изделий. Обширный ассортиментный ряд диктует свой спрос. А вот тут главную роль играет современное оборудование, которое позволяет быстро перестроиться на выпуск новых изделий. Хочется отметить ветеранов нашего производства, которые стояли у истоков хлебозавода и внесли очень большой вклад в развитие производства. С уверенностью можно сказать, что на хлебозаводе нет искусственных ингредиентов. Весь хлеб выпекается по традиционной рецептуре. Если взять также ржаной или ржано-пшеничный, он производится у нас на закваске. Те же самые пшеничные хлеба, они производятся опарным способом. «Вектор» – неоднократный участник и призер всероссийской выставки «Золотая осень», «100 лучших товаров России», «Отличник качества», международной выставки «Продэкспо», региональной «Сделано в Костроме». Наши изделия представлены почти на каждой городской и областной выставке. Каждый год у нас в производстве проходят практику студенты Буйского техникума железнодорожного транспорта. Те, кто успешно заканчивает и проходит эту практику, остаются работать у нас в производстве. Хочется поздравить всех работников «Вектора», ветеранов от всей души, от всего сердца с нашим небольшим праздником, днем рождения, так сказать, нашего хлебозавода. Пожелать всем счастья, здоровья, семейного благополучия, всех благ.